Всем привет! Покажу вам бой турнирный. Новый турнир Большие Резервы. Играли против Special Forces. 12 минут бой. Ну, там минуту две. Как сдался еще. С такой бой простой. Не особо крутой, но просто для знакомления. Чтобы вы посмотрели, какие-то все выводы могли сделать. Какой тактикой можно играть, какой можно не играть. То есть надо посмотреть несколько боев, ну, например, мне надо сыграть несколько боев и определить, какие тут слабые стороны есть у конфедерации и как можно выиграть себе преимущество большое и выигрывать с большей вероятностью этот турнир. Вот. Ну, конечно же, ящики собираем на золотых бустах. Чем больше соберем ящиков, тем хуже и медленнее будет развиваться конфедерал. У нас будет больше ресурсов. Мы сможем там, не знаю, стрекоз сделать, молот убивать, еще что-нибудь подобное. А он, к примеру, сделает молот. Ничего, какой пользы от него не получит, только потратит ресурсы. В общем, очень сильно все это решает. Поэтому надо грамотно подходить, когда играете в турнир. Надо все-таки какую-то тактику доиметь. Ну и играть от разведки. Сейчас я отправлю на разведку двух койотов. Сейчас я, ну, просто буду специально пытаться, даже в ущерб себе, но буду смотреть, что делает противник. То есть обычно я забиваю чуть-чуть на это дело, на разведку, потому что лень. Вот. И на мины сейчас очень забиваю, то есть просто не минирую территорию. Но вот в турнире буду играть, постараться на полную мощность, так сказать. То есть минировать и там разведывать базу чем только можно, чтобы узнать, нет ли там какого-нибудь раша, града, молота или, например, вертексов, чтобы понимать, когда контрить. Вот, кстати, такая небольшая фишка. Я думаю, что 10 койотов можно сделать. Спокойно минуты 4 уничтожать грузовички. Все, он захватил себе ресурсы. Мы в итоге койотами просто расстреляли все эти грузовики. Получили 8 очков. Плюс у нас еще наши 4 грузовика приехали. То есть у нас уже 23 очка. И 2 койота у нас осталось живо. Они проехали через 2 бункера, через крепости со штурмовиками. В итоге едут дальше убивать пехоту по всей карте. Так, здесь также минирую, сколько успеваю. Как бы по-хорошему можно было чуть задержать там на пару секунд, броник шпом побольше минки накинул. Но решил попробовать как можно быстрее вывести как можно больше ящиков, пока есть возможность. Здесь, кстати, крепость, 2 крепости, то есть он сделал себе вторую крепость. У меня еле 2 живых койота, приходится их отводить, то что, ну, терять их об крепости нет смысла, крепости мы все равно не сможем уничтожить. Вот. Сейчас я подумал, что получится, может, пока вот эти 2 крепости стоят где-нибудь издалека, получится уничтожить несколько грузовичков. Тут приехал молот, он все-таки уничтожает мои койоты. Здесь у нас идут потери по ресурсам. Но я отправляю вперед ягуара, сейчас он будет догонять грузовики. Мы будем игнорировать молот, чтобы грузовики не успели за бункер заехать, потому что там бункер же, скорее всего, наш ягуар в любом случае добьет. А так лучше разменять 220 ресурсов, один ягуар на 4 грузовика. То есть противник не получит очки, и мы получим очки. То есть огромное преимущество. Противник уже вертекс есть, 6 минута боя. У нас едут грузовички. Сейчас боялся, что полетит он уничтожать мои грузовики вертексами. Это сделать очень просто будет. То есть, мне кажется, он вертекс без бустов все это сделает. Спокойно. Вот мне пытается уничтожить завод хамелеонов, завод аэродром, ну, аэродром. Что-то еще по Кришту стал стрелять. В общем, еще по хамелеону. В общем, не выбрал на одну цель, поэтому, в принципе, мне урона никакого не нанес. Грузовики у нас доезжают. То есть уже 8-я минута боя. У нас уже 75%, 76% до победы, так сказать. Еще чуть-чуть. У нас победа. Так, здесь видим один вертекс. Было 2 вертекса, значит, один все же мы сбили. Специально не даю вертексам копить топливо. У вертексов, насколько я понимаю, топливо меньше, чем у кречета. Поэтому лучше на аэродроме, пока нет ПВОшек, заставлять вертекса летать, чтобы у них топливо кончилось, чтобы успел второй хамелеон сделать, грузовики отвезти спокойненько. А он пусть пока развлекается с моим самолетом там. То есть самолет у нас в итоге возвращается на базу. Покусал вертексы чуть-чуть и вернулся на аэродром. Вот у нас
такая вот армия под хамелеоном, на всякий случай прикрываю грузовики. Здесь уже стоят два пехотинца, готовы оборонять точку. По крайней мере, будем понимать, что нас будет ждать на этой точке. Ну, вроде как на этом моменте противник уже сдался. Уничтожили мародром. Начинаю уже просто ломать Зевс. Вижу, что он сдался. У нас броненосец сейчас захватит точку, если поедет на нее. Я там нажал кнопку. Режим патрулирования отправил всех юнитов на базу. Сейчас я броненосца обратно перехватил, чтобы он захватывал точку. И едем ломать базу противнику. Вот, грузовички. Последние 4 штучки выдвигаются к нам на базу. И мы начинаем штурм. Ну, противник сдался. Что тут сказать. Забустило его. Может, он без бустов играл. Без прокачки. Без тактики какой-либо. Как-то так. Последние грузовики доезжают у нас. И все, победа. Даже базу не успел доснести. Все, спасибо всем за просмотр. Завтра, скорее всего, будет видос по поводу новых фишек. Типа добавления рекрутов. То есть, там будете приглашать людей. Будете получать награду за то, что они будут переходить из лиги в лигу. Всякие там бонусы за их донат, за их просмотр рекламы и тому подобное. Но пока что вроде как вот эта вся фигня не работает. Ну как фигня, это отличная штука. Особенно для ютуберов. Вот, я даже придумал, как я все это буду использовать. Достаточно грамотно. Но пока что оно не работает. Даже если специально создать новый аккаунт Google, перейти по моей ссылке, то один фиг рекрутом, ну, не, почему-то не становится рекрутом. То есть разработчики там вроде как решают проблемы, должны доделать все это дело. Когда они доделают, я выпущу видео, добавлю все ссылки. Вообще, в принципе, по последним обновлениям расскажу вам все, что у нас произошло в World of War. И все. Вот, все, всем спасибо за просмотр. Завтра будут видосики, это 100%. Наконец-то выходные. Есть у меня суббота-воскресенье целое. Как-то так. Что-то заговорился. Все, всем удачи.